Всем привет! Приехали на заказ на установку стиральной машинки. Вот она уже здесь стоит, розеточка для нее есть. И принято решение по стене вот так вот подключиться, провести и запитаться под раковины. Вот сейчас здесь все в таком состоянии. Сейчас мы все сделаем и посмотрим, что из этого получится. Получится? Получится. Так, сняли сифон. Пытаемся избавиться от гофры. Хотим сделать так, чтобы напрямую, потому что что-то загогулина, эта баранка, избавлена, скрученная из гофры, нам что-то не особо понравилось. Конечно, сейчас туалет кузов. Так, давай. Попробуем сейчас тут все это соединить. И посмотрим, что получится. Включили. Значит, сифон запускаем. Миша, открой воду. Сейчас прольем, проверим. Гофру вот эту загогулину убрали. Сделали вот так. Вот таким вот образом. Нашли к сифончику. Сифон засушивается на зеленый. Ну что, все отлично. Все супер. Все, продолжаем подключение стиральной машинки. Вот сюда у нас зайдет. Слив. Вот здесь мы по стенке сейчас просверлимся, мы уже все обговорили с хозяевами и все, подключаем машинку. Так, проходной кран установили. Все, отсюда сейчас трассу проложим, все. Мы, кстати, вот отговаривали сделать здесь, пускать по стене. Мы предлагали просверлить вот здесь вот насквозь, здесь стеной, умывальник. Можно было через это отверстие просунуть шланги и запитаться, но клиент не захотел. Ну, захотелось вот таким способом. Ну. Вот и задача сделать, да? Так, ну что, воду подали. Здесь смотрим все, чтобы было отлично. Все, вот так вот пошли наши шланги. Вот так мы здесь подключились. Проходной краник. Все. Как-то так. Идем дальше.